Радио 54. Kiss me, I'm Irish. All season, all summer, they keep us alive. They are our best. We will never survive. On my island, my honor's me. So you know what you can do if you don't want. Саш, ходить на вечеринки и говорить всем, что у тебя на четверть ирландская кровь. Да? Все будут тебя лить, целоваться. В общем, главное, зеленое облачиться, да? Да здравствует культура, да здравствует вкусная еда, и Святой Патрик, и еще немножечко музыки напоследок, остается несколько минут. Как про барашка? Ирландия. Хора. Ирландия. Бирюзовые поля и белые барашки пасутся и кушают травы. Заботливые фермеры аккуратно состригают шерсть, чтобы навязать большое количество свитерочков, носочков и рукавичек. Девочки в кудряшках. Змей там нет, а по ночам прохладно. Для того, чтобы согреться вечером у очага, покушать вкусную еду в кругу семьи, мы делаем то же самое в Сибири. Мы топим печь березовыми дровами, одеваем свитерочки, протягиваем ножки, минут, и думаем о наших братьях.
всегда бодры, веселы и преисполнены. Стрит Фидлерс. Давненько так не было жарко в студии Радио 54. Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.